Вячеслав Разбегаев родился 14 октября 1965 года в Москве. Учился в школе номер 356 Первомайского района. 1972 год. Школе-интернат номер 19 Севастопольского района. С 1973 по 1979. В школе номер 716 Первомайского района. 1979-1982, в 1982-1983 год. Работал на предприятии «Салют». В 1983 году был призван на срочную военную службу в Советскую армию. Служил в Дальневосточном округе. С 1986 по 1988 год работал на киностудии «Мосфильм». В 1988 году поступил в школу-студию МХАТ. Курс И. М. Тарханова. Окончил учебу в 1992 году и был принят в труппу Центрального академического театра Советской армии, где служил по 2006 год. Также сотрудничал с компанией «Независимый театральный проект», женат, воспитывает двух дочерей.